Начался 2015 год. Давайте узнаем у украинцев, что они планируют осуществить в течение этого года. Увидеться, прежде всего, конечно, со своими внуками, которые живут во Франции. У нас двое внуков, и мы ждем этой встречи летом. Баньку построить. Личное развитие свое, личное развитие ребенка в плане каких-то курсов, определенных тренингов. Я певец, поэтому, да, профессиональный уже много лет. Пою на сцене и скрипач, так что... В этом году я планирую выступить на многих сценах. А в этом году выучить английский. А я в конце декабря запустила проекты одежды с работами украинских художников, поэтому у меня как бы план именно расширить и этот проект. Ну, я студент, наверное, закончить очередной курс, думать о семье, найти любовь. Ну, в этом году у нас задача номер один и желание всей семьи отправить ребенка на учебу в Лондон. Потом мы всей семьей хотим еще вместе отдохнуть тоже где-то за границей. Прекрасные экскурсии. Поездить с экскурсией по Украине. У нас очень много прекрасных мест, где можно получить удовольствие и прекрасно отдохнуть. Карпаты, Львов, Ивано-Франковск. Я хочу к бабушке съездить, потому что она со мной очень скучает. Когда мы уезжали из города Бердянска, она, ну, все расстроились, что я уехал. Все пожелали мне удачи. Ну, у нас планы СТО. Наши планы открыть СТО, хотя в этом году тяжело с деньгами и жизнью. И с житем. Планы у нас очень большие, хоть мы и пенсионеры, но, в принципе, хотелось бы немножко подтянуть свой английский. Муж немецкий, ну и потом немножко попутешествовать. Укрепить семью, завести детей, возможно, если даст Бог.